Колыма вошла в список самых пьющих регионов России. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, согласны ли они с этим. Да нет, наверное. Думаете, у нас нет пьющих людей? Ну почему? Как выпивающих? Как на празднике, а так? Так вроде нет. Ну не знаю, вы видите кого-нибудь пьяным? Ну, не знаю. Ну, вообще у нас очень сильно пьют. Я вот этот пашок бы, знаете бы, взяла бы миномет и снесла бы. Честно вам говорю. Да нет, наверное. Ну, я, в принципе, вижу там 1-2 человека и все. Да ну, это все чушь. Не знаю. Я не пью, поэтому даже не могу вам сказать. А как относитесь к магазинам, которые в ночное время продают алкоголь? Плохо. Я вообще отношусь плохо к магазинам, которые продают алкоголь. Ну, я не вижу такого количества пьющих людей. А как вы относитесь к ночным магазинам, которые продают алкоголь в ночное время? Я думаю, что можно и днем все купить, если кому-то нужно. Вы знаете, я вообще не пью, и поэтому я не могу сказать за всех. Но то, что пьющие, это да. А ну, самые или нет, не могу сказать. А как вы относитесь к ночным магазинам, которые продают алкоголь? Конечно, отрицательно. Я не знаю. Я не пью. Нет. А где твои пьяные? Нет, не так. Это не так, да? А как вы относитесь к магазинам, которые в ночное время продают алкоголь? Я таких не знаю. Думаю, да. А как вы с этим сталкиваетесь? Ну, я на улице часто вижу пьющих людей. Ну и некоторые даже из родственников пьют. Нет, конечно. Я считаю, что все этот алкоголь уходит куда-то, видимо, в другие поселки, а считается как за один Магадан. Я не считаю, по крайней мере, ни я, ни мои знакомые вообще не пьем. Сейчас все за здоровый образ жизни. У меня в семье все горнолыжники, им просто пить некогда. Да иду по улице и вижу. Смотрю, магазины открыты с утра до вечера. Штопор. Вы посмотрите, сколько нормы, сколько виноватых магазинов открыто. Даже бизнесмены, они никогда не открывают магазины, если не просчитали наличие прибыли. Поэтому на каждом углу продают спиртное. Колыма является самым пьющим регионом. Вы согласны с этим высказыванием? Нет.